Здравствуйте, вас приветствует информационная служба ТНТ «Поиск». И вот главные темы выпуска. Судебные приставы перешли на крайние меры публикования списков должников и арест имущества. Будут описываться земельные участки, в дальнейшем оцениваться, выставляться на реализацию. 1 апреля им не до шуток, в Клину стартовал весенний призыв. План, который нам спустила область на отправку, 110 человек. Через Клин героин не проехал. Очередное задержание наркокурьера. При проверке автомашины, значит, у гражданина Таджикистана было обнаружено 5 килограмм героина расфасованного, который он вез в наше направление. Клинский футбол остался без тренера. Вадим Шаталин уходит в Люберцы 1 апреля. Ребята расстроились, мы в том году заняли первое место с этим тренером. Надеялись, что будем дальше продолжать работу. Но видите, как получилось. Это футбол.